понятно. Лига. Ну, Пака забирают себе. Пака. Друзья, ну слушайте, честно, я болею за Легатим, конечно же, здесь наша команда, но драфт на первой карте нравится у Фоконов больше. Тут также, чтобы это было. Так, врыв, нападает на 1G, 1G, декрепифай, и ТП, и по идее он даже уйдет! Нет, не хватило чуть-чуть. Умирает 1G, друзья, есть шанс сейчас еще и мира же поймет, мало у него стиков, 4 стика всего лишь, тут подставляется также и Панта, Дримкоил, красный оба. Оба красные, друзья, Сноубол нажимается, можно попробовать Маурина забрать, нажимается, Феррик от него забирает Маурина, но падает и Мираж. Панта на мужика сражается, тычку по криту сделать, хорошо, и итого, ну, 3 в 2. Жир классно, молока, стакан холодного, а? Вот это круто. Опа, Ланжей у нас справляется молочко пить таверну сейчас. Пришел вовремя очень скитер. Здесь что, Магнетайз нападает на Панта, Панта принимает, там прыгает, берет скитер, и Панта у нас... съедает. И близко АТФ. О, нашли. Нашли. Нашли АТФчика. Есть Дримкоил, есть Варлас Панч. Забирает его, конечно, очень быстро. Здесь вот у нас Мираж. Находится фокус там. Да, он в фокусе. Он в фокусе, друзья. Сейчас будет погоня за ним. Крит его нашел. Роллинг Болт выпадает. По таймингу дается лассо. И забирает у нас Миража. Добил. Так, а тут опять подставляется Мираж, ну что ж такое, а? Ой, да, подставляется Мираж. Стать чуть-чуть понаглее, вот, чем нужно. Альберка, оп, Бурастрайк выкапывается, нападает на Панта, там привязались, но Ланжей получает сало. И за Сайлент, конечно, должны будут забрать, но Сноубол неплохой, как бы здесь сейчас Панта хотя... Ой, еще получилось плохо, они еще вдвоем прямо на хайграунд залетают. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так-то, парни, а? Ну, короче, минус 2. Альберку ловят также, нажимает лассо, и Альберку забирают. Это 14-4. А, и это минус 3 вышка будет. Сейчас погоны этого Рошана. Есть Эйга для скитера, не для АТФа. Ну, в принципе, скитер там что, 1.04. А сейчас я вам хочу посоветовать сервис Купикод. Купикод — это платформа для покупки и пополнения игр с самой низкой комиссией на рынке. Там можно пополнить кошелек Steam, внести игровую валюту в любую твою любимую игру. И все это за пару кликов без заморочек. А пополнение придет в ближайшие пару минут. Ну а если вдруг ты хочешь поиграть в игру, которая недоступна в России, то на такой случай Купикод есть раздел «Гифт недоступный в РФ». Пополнили аккаунт уже более 9 миллионов человек. А если вдруг у вас какие-то проблемы, то всегда работает поддержка 24 на 7. Это все безопасно для вашего аккаунта. Все, что нужно сделать, это ввести ваш логин, сумму и промокод DotaBurger, который вам позволит сэкономить минус 2% при комиссии. Пополнение, а игру с гифтом целых на 10%. Нажимаем платить, оплачиваем удобным для вас способом и кайфуем. Похудение, если вы этим будете пользоваться, то лучше. Лучше. Нападает на Миража, забирает его очень легко. Нападает также на 1G, забирает его также очень легко. Минус 2 делает у нас команда Falcon Steam. И будет вышка минус 3-2, по идее, еще. Да. А в топе что происходит? Поймали Юб. А Юб, они скитер били, кстати говоря. Но не добили его, там Сноубол, и как бы здесь в ловушку бы наши пацаны сейчас не попали, а не попали в нее. Да, забирает Панта, будет погоня за Ю, Ю успевает, нет, крит, молодец. Ну, в общем, лассо, ТП сбили, скитер перетягивает, начинает ластериться, заряжает пассиву и забирает также еще и Ю. За 26 минут так мало сделало выходов, в принципе, не то что именно киллов, а именно попыток выхода. Поймали Альберку. Минус Альберка. Да, то есть, понимаете, Фалконы, они не играют вот всю игру вот вместе. А у них просто пак, у них СК, ну и там саппорты есть неплохие, да? Можно было ганги делать. Сию сейчас может умреть еще здесь. Вейформ, телепорт, флеймбрейк, крит. Достанет ли? Достал. Достал крит, но теперь Ю еще нужно постараться убить. Возни с ним может быть много, но пока что нет. Справляется с ним быстро очень. Пант спасается, но Ю наверно. И Альберка у нас 16. Ну, так, там Аегис поднимается, Аегис забирает себе у нас кто? Забирает Ю. Ну, это хорошо. Баннер тоже у них, баннер... Начали пути своего.
Лассо, ну почему нападают они? Почему не вы, парни, нападаете? Альберка, помощь нужна, что можно драться за него. Почему? Вот, помощь приходит, но Альберка уже рухнул, но он с байбеком умирает панта. Ужас. Ужас, ну выкупается, но недалеко заходит Мэврин БКБ. Нужно бить, нужно за это наказывать. Ван Джей догорит ли? Не догорает. Магнетайз 2-1. Нет, умирает. Убирает Ван Джей, забирает пугну. Браво, фалконы. Ну это круто. Ну это чисто на скилле переигрывают. Почему так? Врыв, будет. Поймали на мудрости. И пока что Альберка ветра пошел летать, выкапывается. И там него нажимает декапифай моментально инчант. Это инчантрас. И, собственно, до свидания в таверну. Вперед, полетели. Мэврин ПКБ запрыгивает, ну. Опа. Скидер обрывается. И больно, скидер, больно же, и больно. То... Ну вот, у них урона до хера. Почему они не гангают, парни? У вас такие герои, у вас пак. Аегис, рефреш, сыр. Поварды. И на варп пришел. Здесь драка залетает. И очень быстро должен умереть Снэйкинг. Был, но не хватило. Опачки, не хватило. А не ошибка ли это? А пака здесь нету. И что сейчас делать? Альберт копает. И глянь на АТФ, он где? Мортва просто испепеляет. Забирает, конечно, панта. БКБ. Ю превращается в МК. Нажимает бандострайк. Скитер БКБ. Поляну кастует. Ю нужно из нее пока что выйти. Но там крит нажимает лассо. Помню то, что у Морфа есть Аегис, есть и рефреш. Нужно положить. Так, умер также и Альберка. Почему не было пока, я не понимаю. Почему так все? А как так? Ну почему Ван Джей умирает, и вы без пака здесь остаетесь, пацаны? Так. Шива. Есть какой-то контроль? Мэврин БКБ нажимает, все. БКБ он дал, Ю также БКБ активирует, но у него есть также рефреш. Если что, умирает быстро очень панта. Полянка большая, нужно от нее отойти. Альберка в эпицентре, но урона маловато, слишком маловато. Альберка умрет, минус Альберка, минус 3 делается уже. И как-то, ну прям вообще ничего не получается у них. Ну пытается Ю уйти после рефреша в БКБ, успевает улететь. Там пока, друзья, Баши или Эбисала нету все еще. Так, Лига Тим. Готовы прыгать. Обрывается, нападает на Мэврин. Там нажимается БКБ, лассо. И забирают у нас Мираж. Убивает Мираж, но умирает также и АТФ. Пантов с фокусе нажимается Рочек, но из него, в общем, с контроля он просто не выходит. Выкупается Мираж в игру. Он уже вылетает обратно. Здесь Ван Джей сосался, но земля себя превращает академичком в камень. Что происходит сбоку? Здесь Ю. Ю не может убить Скитера. И Скитер его забирает вместе с Снэйкингом. Альберка в таверну. Эпицентр в землю. Там Мэврин. Еле-еле-еле живой, но живой. Роллинг Болдер Шифт нажимает пока миражам. Пытается он уйти, но не уйдет. Там Сайлент бросается, и это минус 6. Минус, друзья, 6 в одного. Пошли баи. Пошли баи от Фалкона. Возвращаются обратно они. Крупные, посмотри, там уже Инча нормально пушит. И Бэтрайдер, прости господи, пушит хорошо. Ну что ж, минус сторона третья, друзья. Есть. Вперед. Вперед, Шива. Макс. Там. Пишет панта. Уже панта уже достали фалкона. Ну вот, пошли вперед. Опа! Мэврин выкупается, выгруп возвращается, забирает быстро панта. Так, кам есть, хорошо. Камшот. Есть, извиняюсь, простите. Посерьезнее. Адаптив. Снэйкинг и. Да, панта без байбека. Бая в принципе нету. Эпицентр, Альберка нападает. Да не бейте вы эту Enchantress, не связывайтесь вы с ней. Ну не надо вам, ну не нужна она вам, эта Enchantress. Хватит нападать. Ну команда уже год целый, даже больше года нападает на Enchantress. Понятно, что ситуацию бы это никак-то не справило, но... Ну зачем она вам, Enchantress? Не трогайте вы ее, забейте на нее болт, просто все. Зачем она вам? Это смешно просто. Является для Скитера, ну не разор, но алхимик. Но то, что герои для Скитера, вы были правы. Хорошо, хорошо, друзья. Ну что ж, начинает у нас карта номер 2. Идет, знаешь, аудиосериал. Альберт, может, умрет? А ну-ка, фалконы, а ну-ка. Или нет, или хватит. Граната, да, хватает. Урона. Снэйкинг 1-0. Фалконы делают ферстблад. СФ, то есть тоже такие атакующие. Хотя, возможно, тут та самая ситуация, когда минус на минус, да, дает плюс. Возможно.
Ой, 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 панта, похоже, вот у нас будет минус. Да, 2-1, фалконы забирают. Похоже, останется у нас без воды, без ботл. Там перетягивается еще и 1J. Успеть бы, парни, успеть бы. Сдынаю, Миш, хорошо. Сдынаю руну воды. Теперь ЕМП, Мэврин без маны, он без стиков. Есть, конечно, Феррик, печенька вперед. И урона должно хватать. Да, забирает, Феррик он не нажимал. Отлично, круто. Вот тоже хорошо у него все по делам тут пока на карте. Да, правда неплохо. Так, нападение на ТФ, ТП активируется, 1J приходит, ТФ, ручка и нажимается лотус, граната будет, есть. Контакт, 3-2, Лигати. Это морф, который сейчас у нас нападает на скитера здесь. Скитер, все у него в порядке, Снэйкинг, а вот у Снэйкинга не так все однозначно, да. С другой стороны, убивает Снэйкинга, но падает у нас и Ю на топе еще, и здесь забирает Альберку. Ой, нехорошо-то какая. Фалконы, браво. Ю рухнул на топе. Да, забрали его. Скитер накручивает свою баланду, но взрывается скитер пока что. Мэврин в итоге нажимает магнетайз. У него самого ХП проседает. Пан тоже покраснел, но Мэврина можно постараться убить. Торнадо приходит в 1J. Очень вовремя. Скитер Бласт, отлично. Там кончается действие рейджа у скитера. Он бросает колбу. Стиков у него не остается. Ну, не в смысле, остается, но не в КД. То, конечно, Рубик это один из самых интересных героев в плане геймплея, поэтому... Конечно, пикает всегда, несмотря на мету, крит, ЕМПшка до него не достает, Торнадо попадает по Мэврину, и на этом все. А с, как минимум, с критом и с Мэврином, но сейчас будет драка, Реквием хороший, но выживет ли Ю, непонятно, выживает. Выживает он, начинает фокус с Снэйкинга. АТФом посложнее немножечко, здесь умирает Снэйкинг. Падает у нас Альберка. Но хукшот от панта прямо в АТФ. Помочь нужно, помогает, Мираж пытается. Но Мираж умирает, ТФ не умирает. Не умер он, и минус панту. Если бы намекается не скитер, было бы все ужасно. Здесь у него на команды Falcon Stream. Можно но... БКБ, что хочешь, а там можно нажать себя или на тиммейта. Так, здесь крита поймали, крит неприятно, крит пока что живет. Здесь что? Тут арена, есть копье Мартира, хорошо. Комба хорошая получается, плюс реквием, отлично! Есть контакт, замечательно, Легацим. Минус 2, вот комбинация, Мартира, реквием и арена. Нашим парнишкам, это правда, роллинг болдер от Мэорина. Ну и в итоге забирают Рошана. ТФ, менее зажаты. Опа, поймали. Копье и забирают крита. Это знаете, когда, да, вот, лига на первой карте, они вот так вот сидели, знаешь, вот так вот. Закрыли крестом живот там, да, грудь. А сейчас они вот так вот сидят. Спинка ровная, шейка красиво, гордо поднятый подбородок, молодцы. Хотя в бою подбородок поднимать как минимум не стоит. Это самое, нужно прижимать же его. Снэйкинга. Поймали печенька, Снэйкинг, осторожнее нужно быть ему. Мейка нажимается, но осторожность никак не поможет. Но самое главное, осторожность это его. Урну Адаман не берут у нас. Или подожди, здесь взяли в этой игре, но в принципе ее не... А, ты про Лигу Тим написал у нас. Про Лигу Тим, да, она есть. Подождите, что происходит, нужно отмотать, друзья. Я завтыкал, сейчас, секундочку. У нас, во-первых, умел Мэорин. Били Мэорина, а на боте вот так вот поймали АТФа. Ой, это хорошо как, а? Да, там умер Панта. Но... Лигис, баннер. Так, залетает скитер. Хорошо, реквием кастуется. Скитер БКБ активирует, пытается убить Альберку. Почти получилось, арену нужно дать. Да, хорошо, хотя бы так. Но скитер БКБ пока очень опасен. БКБ нажимает ЮТП, активирует. Мираж также, в общем, все разлетаются. Минус 2 оформляется командой... А, Falcon Steam, но Аегис для Лиги. Правильную сторону. Фух. Главное, кого-то из них. Или скитер, или ТФ зафокусит. Опа! Так, кого? Арина, ну, Снэйкинг. Хотя бы так, постараться быстро его убить. Нажимает пику, нажимает хэдсов. Гуд выживает! Не умер он! Ой-ой-ой, долго его били, но убили. Ладно, что там? Там Эбисов, реквием сбивается и забирают Ю. Печалечка. Попадает на панта, а пал также здесь уже Альберка. Пант нажимает пока что Коги сбоку. Увидели, накрывает также и Миража. Ай-яй-яй. Мне кажется, наверное, была не лучшая цель Снэйкинга. Ну а скитер ломает пока что сторону. И падает вышка. Тир 3. Там привязка. Нападает на панта. Пант вкатывается в него. Мэорин. Хай, хорошо. Больно панта. Панта в таверну тоже минус будет. И сейчас фалконы снимают сторону. Первый, все. Ошибка. Вот опять же, да? Помните, как против гладиаторов? Одна ошибка, все, сразу. Начинает сыпаться база. Falcon Steam, они за подобное наказывают сразу.
Это, собственно, называется и уровень. Минус две стороны. Не, травка это все еще осталось, давайте она. Есть. Ну что, минус Рошан. Третий. Укшот, панта. Пытается ворвать. Получится ли Аегису от ТФ? На прошлой карте у него получилось украсть рефреш и баннер. И, ну, знаешь что, ту самую теорию идеального замеса. Арена во всех, копье во всех. В это время реквием кастуется. БКБ не успевает нажать у фалконов. Вот так вот, АТФ, но там Аегис, у него пукшот, есть главное Когги в этом во всем, АТФ нажимает Бладстоун, ВСО по нему, тычка с Сильвера, убивает, Аегис есть, первоснимает, скитер вперед, пошел на мужика, на характере дается Эбисов в Лотус, ее выживают, все хорошо, Сатаник, наверное, рановато, Панта рухнул, он выкупает, у него есть бай, арена копье, отлично, скитера. Мартира, возможно, убьют, забирают скитера, АТФ, даже, возможно, получится его забрать, реквием кастуется, больше зонища, и оно, Мелрин впереди развлекает один, всех развлекает, всех просто он развлекает, соляру, а там в это время убили у нас Ю, ну, похоже, все, похоже, приехали, да, здесь догорают под фонтанчиком наши ребята, остается у нас только бабка одна, ну, ГГ. Да, это ГГ, друзья. Альберка, АТФ там угорает. Байбеков больше нету. Не хватает денег-то. Плюс 300 золотых. Т4 раз, Т4 два. Альберка вперед, копье неудачное. Дает шиво удачное, но копье нет. Печенька пытается его спасти. Но Снейкинг плюс крит ломают сейчас трон. АТФ тоже нужно заниматься именно этим. Ломается у нас баннер. Но сломали, все в порядке. АТФ гасит, гасит, друзья. Он гасит, копье неудачное. АТФ пытается под фонтан, сзади нажимает Бладстоун, спину повернулся. И пошел спрей, страшный спрей. Ой-ой-ой-ой-ой, умирает Иван Джей и Альберка. И это 2-0. Но, с другой стороны, сегодня Лига Тим забрала игру у Наунсов 2-0. Прошлая встреча, да, то есть получается за день 2-2. И это неплохо. Это неплохо. Если была бы ничья, было бы идеально с фалконами. Но... у Лиги Тим остается, друзья, одна встреча. Она будет у них завтра против Team Spirit. Это уже будет завтра.